Открывая заседание комиссии по социальной политике и общественной палаты Московской области, Оксана Пушкина отметила, что в свете недавних победных торжеств у областных общественников есть и свои маленькие победы. Еще в марте на одном из заседаний родители детей-инвалидов из Ивантеевки обратились в общественную палату с просьбой помочь в выделении помещений под реабилитационный центр. Разбираться в этом вопросе в Ивантеевку приехал лично губернатор Московской области Андрей Воробьев. 5 мая организация содействия реабилитации детей-инвалидов «Радость моя», объединяющая более 100 семей, переехала в новое здание. О работе по реабилитации детей-инвалидов доложили и одинцовские общественники, заместитель председателя комиссии по социальной политике и здравоохранению, руководитель благотворительного фонда «Лизонька» Светлана Исаева представила собравшимся краткий отчет о том, в каком объеме оказывается помощь одинцовским семьям, обратившимся в фонд. Благотворительность во все времена оставалась действенной формой поддержки социально незащищенных категорий. В данном конкретном случае это дети-инвалиды, которых в Одинцовском районе более 600. Стараниями неравнодушных людей удается помочь в приобретении лекарств, которые не попадают под федеральную и региональную квоты. Мы закупаем лекарственные препараты на благотворительные средства. И в 2014, в начале 2015 года больше 100 детей были обеспечены этими препаратами, жизненно важными препаратами. Минувшей зимой совместно с администрацией Одинцовского района была проведена акция «Рождество», в ходе которой удалось собрать 1 миллион 270 тысяч рублей. Все средства были направлены на операции и реабилитацию детей Одинцовского района. Эта акция заинтересовала представителей других муниципалитетов, где подобные благотворительные проекты – редкость. Еще одно совместное начинание – «Лыжи мечты». Одинцовские благотворители позволили детям с ограниченными возможностями пройти уникальную систему реабилитации в рамках проекта «Семьи Белоголовых». Всю зиму дети тренировались на склонах в Крылатском. Это первое знакомство с методикой, которая дает ошеломительные результаты. Оксана Пушкина, в свою очередь, предложила представителям некоммерческих организаций объединиться, чтобы совместными усилиями помогать детям-инвалидам всего Подмосковья. Сегодня мы созрели до того, что нам необходима некая организация на общественных началах, с инициаторами, да, там в лице меня, в лице вас, в лице тебя. Мы сейчас подумаем еще, у нас было очень много мамочек в прошлые разы. И обратимся к юристам, сообразим на нескольких человек некую структуру, которая потом может писать, обращаться, ходить, кто пробивнее, у кого лицо более засвеченное, у кого какие-то другие рычаги власти и так далее, и мы сможем тогда жить. Еще одна проблема – нехватка квалифицированных педагогических кадров в специализированных школах для глухонемых детей. Сурдопереводчик из Орехово-Зуево Александр Овчинников сообщил, что в подмосковной Коломне глухонемым родителям отказывают обучать детей с помощью жестов. Без этой практики невозможно подготовить ребят для поступления в ВУЗ. Учатся только на 70-80% только дети, глухие дети, из говорящих семей. Потому что во всех этих трех школах ни один педагог не знает жестового языка. Все озвученные на заседании областной комиссии вопросы будут проработаны, и к следующей встрече состоится конструктивный диалог с представителями профильных ведомств. Оксана Пушкина предложила обмениваться опытом и знаниями, ведь общественная работа – это общее дело. Репод Япольска, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».